Здравствуйте! Как известно, брови – это обрамление нашего лица. В зависимости от формы бровей будет зависеть то, как нас будут воспринимать окружающие. Все мы слышали такие выражения, как «хмурый», «открытый» или «грустный взгляд». Конечно, все зависит от нашей мимики и настроения, но большой вклад вносят и наши брови. Во-первых, мне хотелось бы сегодня показать вам окрашивание бровей. Перед окрашиванием постарайтесь поставить контрольные точки нанесения краски на брови. Первая точка, она же точка начала брови, можете определить по касательной от крыльев носа через внутренний уголок глаза. Вторую контрольную точку середины брови вы можете определить также по касательной от крыла носа через границу между радужкой и белком глаза. Также поставьте себе небольшие ниточки. И третью точку по касательной от крыльев носа через внешний уголок глаза. Также ставим точку, это будет кончик брови. Важно помнить, что окончание брови может находиться на одной горизонтали с началом брови или выше нее, но никогда не ниже. Если окончание брови будет ниже, чем начало, то такой взгляд будет казаться грустным. Для окрашивания бровей обязательно используйте специальную краску. У краски есть номера в соответствии с их цветами. При выборе цвета краски обязательно ориентируйтесь на цвет кожи, цвет волос вашего клиента. Также для окрашивания бровей обязательно используйте специальный оксидант. Я использую той же марки, что и краска Refacto Seal. Он 3%. В набор с краской входит непосредственно сама краска и специальная палочка-аппликатор для размешивания и нанесения краски на брови. И также эту краску вы можете использовать для окрашивания ресниц. В инструкции к краске написано, что для окрашивания бровей и ресниц необходимо взять 2 см краски и 10 капель оксида. Так как я сегодня буду прокрашивать только брови, соответственно, я возьму 1 см краски и 5 капель оксида. Затем специальным аппликатором я тщательно перемешиваю краску до однородной консистенции. Затем при помощи специальной палочки аппликатора нанесите плотным слоем краску на брови. Не забывайте про меточки, которые мы поставили с вами ранее. И оставьте так на бровях до получения необходимой интенсивности цвета. Затем снимите краску при помощи сухого влажного тампона от начала в конец брови. И умойте с теплой водой. Все интересующие вас вопросы оставляйте, пожалуйста, под видео. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч!